добрый, друзья! Здравствуйте! Телекомпания КХЛ ТВ предлагает вам посмотреть матч из Владивостока. «Адмирал» сегодня играет против хабаровского «Амура». Дмитрий Лугин, так вот, замахнувшись от всей души, отправил шайбу в чужие ворота. Там ее подобрал Фисенко и бросает Дэвид Бут. Уже третье звено вышел на лед у «Адмирала». Вот с игроком «Адмирала», по сути, освободил пространство перед воротами, и Евгений Аликин смог среагировать. И вот еще один момент, еще один бросок от Дэвида Бутона. Пропущенных шайб, 162 пропущенных шайбы, это действительно очень и очень много, и на кого будет сделана ставка в плей-офф, это также очень интересный момент будет. Хорошая возможность. Кузнецов, передача на Константина Макарова, и тот счет в матче открывает. Сам совершает эту атаку разящим броском. Никогда не начал атаку на дальнюю штангу, и Макаров завершал практически в пустые. Пусть они не самые замысловатые, но тем не менее команда старается играть в пас на этом узком льду. Кучиндялов бросок с неудобной руки, Аликин немножко с ворот выкатился. Так вот, Амура. Пожалуй, самое интересное из них было в исполнении четвертого звена хабаровчан. Сейчас был бросок, после которого потерял шайбу из вида вратарь. А вот здесь атака «Адмирала» с численным превосходством. Новая пара защитников вышла на синюю линию у «Адмирала». Пока еще нужно доехать до этой чужой синей линии. Зинченок и Кинрай. Но и без них обошлись, поскольку Александр Горшков пробивает Аликина в ближнем бою. Да, мне кажется, не ожидал Евгений Аликин этого броска с острого угла. Уже начал наклонять корпус и думал, что, скорее всего, последует передача на дальнюю штангу. Мы вновь напоминаем, начнется плей-офф 8-го сезона чемпионата КХЛ. Блуд на ударную позицию. Один бросок, второй бросок. И третий, в общем-то, состоялся. Да, раздулись. Забирает шайбу. И не глядя, делает передачу на Блума. На опережение сейчас сыграл Вячеслав Ушенин. Впредь Лисов должен быть внимательным. 2-1 атака. Воронин на дальней штанге, но Союзов шайбой не делится. Была игра и забросил шайбу. И вот на достаточно высокой скорости открылась на дальнюю штангу. Опасный момент. Иван Налимов спасает сейчас. Опять возможность у Вячеслава Ушенина была после передачи брата. Молодец, Налимов стал подтаскивать во втором периоде. Моментов гораздо больше у «Амура» во второй 20-минутке. И вообще «Амур» много моментов создает, достаточно много бросает поворотом. И вот один из этих бросков достигает цели. Но все-таки добился своего Вячеслав Ушенин. Шел он в этой шайбе. Гораздо раньше это могло произойти, но в предыдущих ситуациях вверх брал Иван Налимов. Приглядывает за ним Бартулис. Сейчас число взяли. Реки, рядышком оказался Александр Кузнецов и несется вперед под Шиндялов. И не до конца Налимов прикрыл угол, и была там небольшая щелочка между щитком и блином. И вот опять попытка в ближний угол шайбу запихнуть. Уже от Бергфорса бросок с острейшего угла. Налимов шайбу накрывает и сейчас всем видом показывает, что ему досталось. Удивительно яркое зрелище. Те, кто видели, те, безусловно, согласятся. Так. Зайдет третья. От третьего зашла. 3-1. «Адмирал» побеждает и набирает 3 очка. А Дэвид Бут забрасывает свою шестую шайбу в этом сезоне. В первом раунде играет либо с Салаватом Юлаевым, либо с Сибирью. С кем он будет играть, от этого будет зависеть исход. Это будет зависеть от исхода матча в Казани. Матч завершился. 3-1. «Адмирал» победил сегодня.